творческие успехи. Издевайся. Сегодня рано. Рост, наверное, 1,85 м. Красавцем тебя, конечно, не назовешь. И это тоже плюс. В чем же загвоздка? Не можешь ты состоять из одних достоинств. Все. Вот теперь мне точно крышка. Ну, и что ты там опять высматривала? Что там такое? Ничего. Обман зрения. Mm-hmm. Оптическая иллюзия. А правда? Идеальный мужчина. Таких не бывает, кроме папочки. Может, и к окулисту пора? Чего ты кофе опять натощак? Овсянку съешь, я с утра запарил. Ненавижу овсянку, зато обожаю своего папочку. Зайду, не читай. Ой, девушка, здравствуйте. Не подскажете, улица Школьная, 13? А это к Романовой, что ли, к Даше? Mm-hmm. А вам в ту арочку, девушка. Спасибо. Мрак. Вот. Есть же совершенство на свете. Безупречно. Здравствуйте. Доброе утро. Я Ольга. Я поняла. Проходите. Да, спасибо вам большое, что согласились. Я знаю, у вас плотная запись за месяц. Но Алина сказала, что если очень срочно... В общем, вы меня так выручаете. Да. Что у вас тряслось, рассказывайте. Поясница? Грудной отдел? Даже не знаю. Я уже так привыкла, у меня уже давно все это, знаете. Если резких движений не делать, оно даже ничего. А тут так неудачно повернулось. Да, я выключу телефон. Но... Вы не волнуйтесь. Я больно никогда не делаю. Сейчас посмотрим. Расслабитесь. Да, расслабляться как раз-таки я совсем уже, знаете, разучилась. С этой работой. Так. Да, кстати, вот вам наша визитка. 25% в любое время на все. У нас очень вкусно. А я знаю это место. Я думаю, это все на нервной почве. Я же все для него. Думаете, мне нравится руководить? Я на работе ухожу. Мне хватает. Ну, уже забудет, перепутает. Вы понимаете? Да я думаю, что это все на нервной почве. Разберемся. Вот так. Просто развернулся, ушел, хлопнул дверью, ничего не объяснил. Да. Это очень неприятно. Вот именно. А что вы думаете? Как вам сказать?
Да вот так прямо и скажите. Знаете, я не боюсь правды, я боюсь неизвестности. Вот-вот, в этом вся проблема. В смысле? Ну вот здесь зажим, здесь. Тревожность, мания контроля. Надо всегда знать, где он, что с ним, да? Ну да. Удивительно, сколько можно понять о человеке? Хотя заставки на телефоне тоже о многом говорят. Только вы не обижайтесь, ладно? Я ж понимаю, что вы пришли ко мне не из-за своего остеохондроза. Хотя им тоже надо заниматься. Ну, знаете, с болью в спине я еще как-то могу жить, а без колики никак. А Алина сказала, у вас дар. Алина не права. Просто обычная наблюдательность. Я же почти врач. Меня в свое время учили ставить диагнозы. А для диагноза что главное? Это внимательно смотреть. Это значит, все-таки диагноз. Вот-вот, и подруга то же самое сказала. Ой, да знаете, называйте как хотите, только я вас очень прошу, помогите мне. Помочь себе можете только вы сами. А я, возможно, подскажу, как именно это сделать. Вот так. Арсеньев? Да, Артурчик. Это кто? Это мой новый штурман. Понятно. Слушай, пришел в ангар. Стоит самолет. Так. Где хвост? Его временно сняли. Центровку неправильно посчитали, пришлось удлинять корпус. А, центровку неправильно посчитали, да? Специалисты. Удлинять штурман. Артурчик, ты ведь в буфет шел. Да. Ну и иди. И заодно передай это Ирине. Не мешай работать. Слушай, дорогой, дай денег до зарплаты, а? С девушкой познакомился, сегодня вечером обязательно должен отвезти ее в ресторан. Я тебя очень прошу. Ну, давай, давай, давай. Пойдешься. Ай. Так. Ирина Михайловна. Добрый день. Добрый. Ах, как же вы ослепительно выглядите. Скажите, а у вас уже есть планы на сегодняшний вечер? Конечно. Причем неотложные. Что ж мне так не везет в этом году, а? Артурчик. Ау. У тебя все впереди? Я то же самое говорю каждый день. Маме. Нет, Иринушка, мне некогда. Я тебя хотел попросить, душа моя. Принеси мне котлету. Не хочу отвлекаться. У меня только-только начало вырисовываться. А этого блохастого чем кормить? О, штурман, про тебя-то я и забыл. Тогда две котлеты. А Анна Евгеньевна знает? Не, сюрприз будет. Ты с ума сошел? Ты же знаешь, как она к этому относится. Помнишь, ты в 6 классе пытался принести хомяка? С тех пор расклад сил поменялся. Я стал на 20 лет старше, а мама на 20 лет не моложе. Какой ты жестокий. Нет, ничего подобного. Просто я лучше знаю, что нужно моей маме. Ирочка, я не хочу тебя торопить, но котлеты могут закончиться. Может, тебе еще и компот взять? Да. Салатику? А как твой лебедь? Когда я ем, я глух и нем. Что за глупости? Люди всегда общались во время еды, начиная с древних римлян. Вот древние римляне и плохо кончили. Пап, ну ты чего такой? Бу-бу-бу-бу-бу. Потому что у меня есть вопрос. Давай. Вот когда ты поступил на медицинский, мне это не понравилось. Но
Ну, я понимаю, да. Из тебя мог выйти отличный художник. Но когда ты бросила медицинский и поступила на этот дурацкий психфак, я молчал. Ты не молчал. Ой, неважно. Я принял. Хотя уже стало ясно, ты можешь стать хорошим врачом. Когда после психфака ты пошла на курсы массажа, я думаю, ну, ремесло. Непонятно, зачем было учиться столько лет в институте. Ищет себя. Угу. И вот тебе 30 лет. Ты нашла себя. Чем ты занимаешься? Пап, я тебе уже 100 раз объясняла. Ну, вот я еще. Вчера подхожу к дому. На меня набрасывается какая-то сумасшедшая. И начинает звать мне деньги, чтобы я записал ее к тебе на прием. Записал? Сказал, что у моей дочери Дарьи все расписано до второго пришествия. Молодец. А если у человека настоящая проблема? Когда у человека настоящая проблема, он обращается к настоящему специалисту, не к шарлатану. Спасибо, папа. Я тебе говорю правду. Неприятную, но правду. Вот скажи мне, все эти обманутые жены, брошенные невесты, несчастные женщины, что они у нас делают? У них у всех межпозвоночная грыжа, им нужен твой массаж. Тебе прочили большое будущее в науке. Угу. А ты занимаешься какой-то парапсихологией. Ты чего? Какая парапсихология? Мама, вот это привычка. Влезть в разговор. Алло, мам, привет. Да. Да, я видела в журнале. Ты чудесно получилась. Платье от Dior. Да ладно. Я думала, ты разучилась. Ты, наверное, одна такая во Франции. По красной дорожке в самодельном платье. Ну, спасибо, конечно, но чего? Куда я в нем? Папа, ну, пап, как всегда, ты же его знаешь. Наверное, он когда-нибудь всех поразит, но в состоянии творческого кризиса он страшен. Дарья Ивановна, я могу увидеть? Дарья Ивановна уже развела жертвенный костер. Ждет только вас. По коридору и налево. Ты мне лучше расскажи, когда вы к нам собираетесь. Ага. А, да ты что? Ну так будем ждать. Ой, мам, кажется, ко мне пришли. Ну все, целую, люблю. Здравствуйте. Проходите. Танюш? Все, последняя ходка. Можем отдыхать. Нет, давай все расставим по местам. Ну, обязательно расставим. Ну, не прямо сейчас же. Не, ну если что-то мешает, можем просто, ну, просто по углам. И нормально ходить будем. Ходить можно. Че? Коробку вот. Не нужна? Я ее сейчас раз, а? Слушай, а ты же сегодня к своей Даше собиралась, да? Не сегодня, а завтра. И не я, а мы. Ты не помнишь, мы сегодня собирались за обоями поехать для спальни. Блин, обои. Да-да-да, совсем забыл про обои. Слушай, может, завтра за обоями? Завтра к Даше. Да, завтра к Даше. Обои тогда послезавтра, потому что мне сегодня надо срочно на работу. Ну, дорогой, ну у тебя же отпуск. Да. Но я уже не надеюсь на медовый месяц, но медовые 2 недели мы можем себе позволить, ну, наконец? Нет. Ну, потому что у меня такая работа. Но медовые полчаса я тебе гарантирую. Я тебе гарантирую самый сладкий мед. Гречишный, байховый, облепиховый. Кровоцвет. Привет. Ну, куда пропала? Почему не звонишь? А?
Ты помнишь, что мы встречаемся сегодня в 7? Ирка, не могу сегодня, ну прости, совсем забыла тебя. Слушай, у меня здесь такое происходит. В общем, я была... У Романовой. Ну, той самой, ты помнишь, я тебе рассказывала? Помню. В общем, сегодня вечером приезжает Николай. Какой? Ну как какой? Ты что, вообще? Ну, Коленька. Нет, ну просто ты никогда не называла его Николаем. Неожиданно. Я тебе, между прочим, уже про это полгода говорю. Нет, ну раз Романова сказала, то конечно. Главное, что хоть кто-то до тебя смог донести эту мысль. Кофейку не хочешь? Нет. Ну ладно, я желаю тебе хорошего вечера. Ну правда, честное слово желаю. Я тогда пойду одна, потому что такой шок долго лежать не будет. Давай, пока. Могу чаю принести. Спасибо, Леня. Я воздержусь. Все, я побежал, дай мне футболку. А где она? Там где-то. Слушай, не хочу на тебя давить, но с обоями затягивать нельзя. Я понял, неделю съездим. Хотя мне кажется, что у нас чудесные обои. Да ты что, там же дыра. Дыра? Да. Ну, дыра, понял. А можно мне кофе, я побегу? Так и быть. Просто надо все подготовить. Сашка обещал заехать. Поможет мне. Слушай, а давай ты завтра сама к Дашке сходишь. По-женски пошушукаетесь. А? Посекретничайте. Нет. Нет. Я Даше обещала. И потом у нее барахлит компьютер. Я думала, ты посмотришь. Хорошо. Компьютер посмотрю. Она наша фея. Если бы не Дашка, мы бы вообще не познакомились. Не выдумывай, я тебя 20 лет знаю. Угу. Из них 19 ты со мной не здоровался. Ну, такой человек. Не умею я наводить резкость на красивых девушек. Но когда мы с тобой случайно застряли в лифте, я же уже не мог тебя не заметить. Это было не случайно. Ты специально застряла наш лифт? А ты недоволен? Я доволен. Я доволен, что у меня такая хитрая, такая коварная, такая... Потрясающая жена, я побежал. Угу. Слушай, а давай познакомим Сашку с Дашей. А то жалко ее, что она такая одинокая у тебя. Она не одинокая. Между прочим, Дашка, если захочет, хоть завтра может выйти замуж. Не, ну я что, я просто предложил. А если в 5 часов ты не будешь? В 5? В 5 мы едем в мебельный! Так, дамы и господа, рабочий день окончен, давайте по домам. Нечего тут изображать бурную деятельность. О, Арсеньев, вас это, между прочим, тоже касается. Между прочим, даже в первую очередь, потому что не устану повторять, для конструктора безделье что? Лучше любой работы. Правильно, потому что ничто так не стимулирует воображение, как хороший отдых. Игорь Сергеевич, я вам припомню этот афоризм, когда вы в очередной раз не подпишете мне отпуск. Кстати, об отпуске. В следующем месяце поедешь в командировку. Похоже, твоя птичка понравилась. Мне Анатолий Алексеевич уже 10 раз звонил. Говорит, поможет с сертификацией. Готов инвестировать, так сказать, в наш проект. Думает, еще пару самолетов заказать. Для начала. Ну, там почту перевозить. А там-то, глядишь, и пойдет, а? Я же говорил, мужик заводной. Ну, подождите, но его же еще не облетали. Не испытали толком. Я бы еще повозился, чего-нибудь допридумал. Зачем торопиться? Отлично его облетали. И пилот, кстати, доволен. А торопиться нам, дорогой, есть куда. Пока Алексеевич готов помогать, так ковать надо это железо. Ковать. Ну, не знаю, ну хорошо. Если б я тебя слушал, мы бы еще 5 лет проконетелились. А так он уже летает и отлично летает. Все. Я рад. Не понял. Это что такое? А это, ну, это подарок для моей мамы на именины. А, ну, тогда ладно. Кстати, они Евгений от меня поклон. Хорошо, передам. Так, все, давайте по домам. Всем до завтра. До свидания, до свидания. Игорь Сергеевич.
Вы что-то хотели? Ну, плотный хлопок. Мне нужно чехол для массажного стола сшить. И просто посмотреть, может, для мамы что-то. Пожалуйста, заходите. Это моя мама. А это штурман, познакомьтесь. Только через мой труп, только. Мамочка, ну успокойся. Ну я тебе обещаю, ты его обязательно полюбишь. Тебе будет не так одиноко. Ты посмотри, какой он славный. А если бы я боялся этого твоего трупа, то сейчас был бы не главным инженером, а баянистом в Доме культуры. И я бы была довольна. Да? О, с одним мучилась всю жизнь, теперь со вторым. Фантазеры, вгоните меня в гроб. Ну, папе это уже точно не удастся. Ну, не беспокойся, он из того света достанет. Вчера приснился, знаешь, так смеялся заразительно. Сразу видно его затеи. Ну, я вас оставлю, а сам поеду. Мне Андрюха звонил, просил помочь разобраться с двигателем. Ты что, в костюм поедешь? Мам, у тебя какие-то странные представления о моей работе. Ты думаешь, я буду лежать под самолетом? Весь в мазуте? Нет, там нужно думать головой. Ну-ка, как тебя там? Иди сюда. Девушка. Слушайте, пожалуйста, подождите. У вас там шелк был такого лавандового цвета. Купили шелк. То есть как это купили? Я была на прошлой неделе. Вы что, меня не помните? Не помню. Слушайте, девушка, вам русским языком говорят, нету шелка. Вы что думаете, что раз вы такая вот вся из себя фифа, то что других никого и нету? Вот понравился, бери. Чего ходить вокруг да около, ждут чего-то 100 лет, потом приходят, дайте им шелк. Нравится, бери. Хотя вы правы. Стой смирно. Слышишь? Раз уж Сашка мне вместо внука собаку подкинул, пусть это будет самая чистая собака. На прошлой неделе починили, это опять. Танька обижается? А что я могу сделать? Сафон сказал, что если к понедельнику не будет готов, он у нас больше не обслуживается. Ничего, не волнуйся. Разберемся. А где твой Федоров? Мы так и будем с тобой вдвоем таскаться. Приедет. Голос трезвый. Хотя это 3 часа назад было. Так, спина. Что такое? Да не, нормально. Показалось. Андрюха! Сань, все, посадка. Сань, давай, держи. Посадка. Ну, что ты, а? Ё-моё! Сади. Сань, ну ёшкин кот. Ну, штурман, сиди смирно. Чем тебя прокинешь, я тебе уши надеру. Понял? Вот так вот. Вот, штурман, что смотришь? Это муж мой. Николай Иванович, знаменитый летчик. На этих самолетах он летал. А на этом упал. Красивый был. Чего смотришь-то? Как будто понимаешь что-то. Михаил все-таки человек. Оставил немного. Может, тебе компресс сделать согревающий? Не знаю. Давай лучше внутрь. Вот это правильно. Заодно семейную жизнь мою отметим. Ну да, ты молодец. Нашел свою половину. Я за тебя очень рад. Зря, кстати, на свадьбу не пришел. Неплохо посидели. Был, конечно, 500 Танечкиной родни. Но бабы были красивые. Давай, я тебя поздравляю. Спасибо. Так, клопами какими-то воняет. Кстати, у Таньки подруга есть. Очень ничего. Хочешь, познакомлю? Может, женишься? Андрюх, не начинай, ты же меня знаешь.
Я старый холостяк, я привык к такой жизни, менять ее не собираюсь. Нет, я тоже так говорил. И с Танькой думал, что очередной вылет. Приземлился в ЗАГСе и не жалею. Не жалею. Понимаешь? А я, считай, свое уже отлетал. Да поняла, поняла. Сейчас пойду, пока не передумала. Давай, пришли мне адрес. Каждой твоей сумасшедшей тетки. Добрый вечер. Дарья Ивановна здесь живет? Романова. Я пройду? Спасибо. Добрый вечер. Да. Простите, что я без звонка. Дарья Ивановна. Да. Я не буду вас обманывать и говорить, что у меня болит спина. Я хочу выйти замуж за одного человека, и я знаю, что вы можете мне помочь. Да поймите вы, я этим не занимаюсь. Да, я действительно оказываю, так сказать, в некотором роде психологическую поддержку. Ну, так уж у нас повелось, не любят люди ходить к психологам, не доверяют. А кому доверяют этим? Парикмахерам, массажистам. Ну вот, они мне там кое о чем рассказывают, я им даю кое-какие советы, говорят, помогает. Бывает, нужна какая-то мелочь, чтобы люди начали друг друга лучше понимать, присмотрелись друг к другу. Ну, вот так, чтобы заставить человека полюбить. Я не хочу, чтобы он меня любил. Я просто хочу с ним прожить всю жизнь. Не понимаю. Он что, богат? Нет. Нет, он не богат. Просто мы знаем друг друга с детства. 100 лет. И ни с одним мужчиной мне не было так хорошо, комфортно, как с ним. Я буду ему хорошей женой. Да зачем вам это? Ну вы посмотрите на себя. Вы же можете выбирать из кого угодно. Вы можете влюбиться и не бояться, что вас не полюбят в ответ. У вас такие преимущества. Я не умею влюбляться. И он, кстати, тоже. Была какая-то история еще в школе.
неудачная любовь. Угу. Нам особо не рассказывали. Был какой-то оглушительный скандал. Он в больнице лежал несколько месяцев. В детстве? Ну да, 16 лет. Я этого, конечно, не понимаю. Послушайте, мы идеально друг другу подходим. Мы работаем вместе, живем рядом. Угу. С его мамой я общаюсь. Если бы было что-то серьезное, я бы знала. Несерьезное, да, может быть. Женщина его любит. Ну, он красивый. Ну, красавцем его не назовешь, но в нем есть что-то особенное. Понимаю. Ну, а вы? А что я? Ну, вы-то из-за окошка не прыгали. Почему вы не можете влюбиться? Уверяю вас, он будет только рад, не говоря уже о его маме. Я его никогда не обижу. По мне не скажешь, но я очень верный и преданный человек. Семья ведь это хорошо, правда? Да, но это ваша цель. А он свободный человек, им нельзя манипулировать. Думаете, он не хочет? Да я понятия не имею. Вот если бы он сам меня об этом попросил, это другое дело. Ну, слушайте, ну это можно устроить? Нет, правда? Как вы себе это представляете? Ну, пока никак. Но если я чего-то хочу, а это бывает не так часто, я это получаю. Смотри, вот смотри, смотри. До того случая Танька, она мне казалась невзрачной, что ли. Ну? Я как не видел ее. А потом, как глаза открылись. И это Даша, она психолог, она настроить может. Может, талант у нее. Ну хорошо, сколько ей лет? Ну сколько? Ну как Таньке, наверное. Ну, лет 30. Но молодая девушка. Знаешь, что этим раньше свахи занимались. Это такие неустроенные старые девы за 50. Ну сам, по сути, если у девушки все хорошо, то зачем ей заниматься чужой личной жизнью? Это же неестественно. И ни к чему хорошему не приведет. Ну, меня-то привело. Тебя привело, я тебя поздравляю, слава богу. Меня в эти дела не впутывай. Я знаю, чем заканчиваются эти истории. И вообще, таких девушек я предпочитаю держаться подальше. Ты от всех вообще предпочитаешь держаться подальше, потому что ты такой... Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. Танюш. Привет. А мы тут как раз о тебе говорили. Это Саша. Это мой друг, конструктор. Мы вместе самолеты чиним. У него руки золотые, а голова вообще бриллиантовая. Только он сейчас немного не в форме. Не-не, все в порядке. Я очень рад познакомиться. Я Александр, а вы Таня? Таня. Тань, а ты чего тут? Да я так, мимо проезжала. В общем, если вы закончили, я тебя жду во дворе. Хорошо? Ты помнишь, что мы собирались комод смотреть вообще? Комод помню. Магазины через полчаса закрываются. Полчаса? Андрюха, это она тебе показалась невзрачной? Тебе не сваха нужна была, психиатр. Она нас отвезет. Вот еще почему надо жениться. Ну, спасибо, что выслушали. Да не за что. Тем более, что я не смогу вам помочь. Я все-таки приду еще через неделю, и мы с вами поговорим. Не стоит. Пожалуйста, давайте не будем тратить время мое и ваше. Я уже сказала, помочь вам не смогу. Но будем... Надеяться, что это зависит не только от вас. От чего? Судьба. Подождите, подождите, пожалуйста, подождите. Подождите. Да. А, вы Дашин папа? Да. Очень приятно. Очень приятно. Вас как зовут? Ирина. Ирина.
Ирина. Я что-то забыла? Нет, нет, нет. Я пишу «Царевну лебедь». Простите. Я художник. У меня новый большой заказ. Иллюстрации произведений Пушкина. Подарочное издание, художественное. Угу. Очень красивое, большое издание. Я очень рада за вас. Подождите, подождите, я плохо объясняю. Ну, сейчас. Я хочу, чтобы вы были моей моделью, царевной. Пару сеансов вот здесь, у меня. Это не затруднит вас, ну... Ну, пожалуйста. Прям тут? Ну да, там, где вы были, у меня на втором этаже мастерская. А вы знаете, я согласна. Правда? Правда. Стоп. А я работаю тут рядом. До встречи. А я тебе говорила, не доведут тебя эти ремонты до добра. Правда, штурман? На вот. Ешь. Ешь, ешь. Только ужина чего-то не видно, мама. А я и не тебе говорю. Ты уже вон наужинался, я вижу. Вот что значит мужчина без присмотра. И спину сорвал. Увидела бы эту Ленку. Собственноручно бы за волосы оттаскала. Мам, ну ты опять? Ну что ты никак не можешь успокоиться? Той Ленке было 16 лет. Да и при чем здесь вообще она? При всем. Всю жизнь она тебе сломала. То, что летчиком не стал, это может и к лучшему. А вот то, что у тебя в 35 лет семьи нет, этого я и не прощу. Мам, ну ты же умная женщина. Слушай, я прежде всего мать, а потом же умная женщина. Мам. Мам, ну ты чего? Внуков я хочу. Ну ты что? Внуков, ну, понимаешь, ведь да не дождусь я. Ну, мам. Ну тебя. Доброе утро, друг. Доброе утро. Ты почему всюду разбрасываешь свой телефон? Тебе Игорь Сергеевич звонит. А, спасибо. Так, ну-ка иди отсюда. А, давай-давай. Быстро-быстро. Алло. Доброе утро. Да я немного тут... Как? Чего? Анна Евгеньевна, здравствуйте. Ой, Ирочка, ой, деточка, я бегу, ничего не вижу. А что случилось? Да Сашина спина опять. Прихватила, встать не может. И тут еще такая беда, что-то случилось с его самолетом. Говорит, надо срочно ехать. И послал меня в шестой дом за Тонечкой. Укол сделать, обезболивающий. Ну, а Тонечки нет. Ну вот, не знаю, что теперь делать. Ну, как он в таком состоянии поедет? Ну, с ним же не поспоришь, ну. А мне кажется, я знаю, что делать. Ну, куда ты поедешь? Посмотри на себя, какие самолеты. Ты еле ползаешь. Мама, пожалуйста, сейчас не до тебя. Ну, ты что, техник? Почему вечно ты должен этим заниматься? Тебя что, Игорь Сергеевич посылает? Игорь Сергеевич меня посылает исключительно к лешему. Но ехать надо, мам. И именно мне. Упал самолет, который я сделал. Рухнул, понимаешь? Это хорошо еще, пилот жив остался. Они что, думают, что ты где-то ошибся? Комиссия будет думать. Небось, собираются там уже. Я бы очень хотел оказаться там раньше, чем они сделают какие-то выводы. Ты не мог ошибиться. Это ошибка пилота. Мамуленька, ну что ты глупости говоришь? Ой. Где твоя массажистка?
Ну, наконец-то. Проходите. Здрасте, я Даша. Да не разувайтесь, не разувайтесь. Только, знаете, у нас стола нет, у нас только кухонный. Так у меня свой, вы только скажите, где разложить и... А, ну вот, пожалуйста, сюда. Здрасте. Здравствуйте. Как самочувствие? Да как-то не очень. Разберемся. Ложитесь на стол. И давно у вас так? Да я 16 лет этим страдаю. Привык уже. Вы, главное, приведите меня в порядок побыстрее, а то мне ехать надо, а тут все это очень не кстати. У вас что, травма была? Да, была. Давно. А сейчас просто глупость. Потянул. Ну, тогда извините, я, наверное, не смогу вам помочь. Вам нужен врач. Я же вам объясняю. Травма была 100 лет назад, а сейчас я просто потянул спину. Вы, главное, разомните ее как следует, и все. Послушайте, я, конечно, вам могу сделать обычный лечебный массаж, который вам точно не навредит и не противопоказан, но это не снимет вам боли. Ну, сделайте. Ой, старый знакомый, ты теперь здесь живешь? Простите. Зачем же вы вертитесь? Ну, нельзя же. Что же вы наделали? Ну, простите. Больно, да? Вы что, не знаете, что на массаже нужно лежать ровно? Господи, когда же это все закончится? Послушайте, у вас серьезные проблемы, и вам нужно ехать к врачу. Проблема была не такая серьезная, пока вы не взялись за дело. Можете мне сделать какой-нибудь укол? Обезболивающее, блокаду? Так, давайте не будем заниматься самодеятельностью, а поедем в больницу. Ехать в больницу? Вы понимаете, что мне некогда? Угораздило меня связаться с вами. Где вы вообще учились? Будете делать мне укол? Не буду. Ладно, сам сделаю, не впервые. Друг мой, подожди. Если у вас есть запасная спина, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй, как остроумно. Ну а что вы суетитесь? Через неделю вам полегчает, и поедете через туда. Неделю.
Через неделю они там такие выводы сделают, что на моем самолете можно жирный крест ставить. И на моей карьере. Я 3 года над ним работал. 3 года взять и перечеркнуть. И все из-за вас. Так, не орите. Я вас отвезу. В смысле? Ну, вы же на машине собирались ехать? Ну, конечно. Я вас отвезу. Виталий Филиппович, рано делать выводы. И что? Это может быть человеческий фактор, это может быть... Игорь Сергеевич! Здрасте. Арсеньев уже выехал на место, давайте дождемся его отчета. Игорь Сергеевич. Нашла другого времени. Простите, это я не вам. Да. Разумеется. Полная ответственность. Компания и моя личная. Хорошо. Всего доброго. Алло. Анна Евгеньевна, здравствуйте. Даша приезжала? Ну, отлично. Так, не нервничайте, вам нельзя. Вместе выехали. Спасибо, что сделали мне укол. Действительно полегчало. Вы меня извините, что я на вас накричал. Просто очень нервничаю из-за этого самолета. Понятно. Как не вовремя вся эта история. Андрюха тоже. Вот правда говорят, если друг женился, значит все, можно о нем забыть. С чего бы это? Он, видите ли, обещал своей жене, что он пойдет с ней к ее лучшей подруге. Настоящее мужское занятие. Это же не самолеты чинить, правильно? А он бы мне сейчас так пригодился. Хорошо, хоть вы подвернулись. Подвернулась? Я вам денег заплачу, не волнуйтесь. А я не шофер. Это заметно. Знаете что, предлагайте ваши деньги кому-нибудь другому. Просто как-то неудобно получается. Вы тратите на меня массу свободного личного времени. Значит так, я виновата перед вами. Я вам хотела помочь, а получилось наоборот. Поэтому потратить свое личное время – это единственное, чем я могу загладить свою вину. Хорошо, спасибо, раз так. Только не могли бы вы иногда нажимать на газ? Все-таки это трасса, и по ней не обязательно ехать со скоростью подержанного велосипеда. А я вас ждал. Добрый вечер. Чаю. Иван Ильич, я пришла, потому что я пообещала. Но на самом деле я передумала. Я знаю. Вы пришли, потому что вам нужна Даша. Вы хотели иметь повод к ней приходить. Не обижайтесь. Я не обижаюсь. Я ужасно рад, что вы пришли. Загляните. Нет. Ну, картины посмотреть. Но только картины. Ну, конечно. Хорошо. Хорошо. Проходите. Это все ваше? Нет, я...
Не в этом смысле. Почему? Пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. Мне будет очень приятно. Знаете, я отказалась позировать, потому что это глупо. Глупо? Угу. Глупо в 35 лет изображать из себя царевну-лебедь. А-а-а. Пойдемте. Куда? Пойдемте, пойдемте. Что вы видите? Макушку. Простите. А теперь? Лицо. Ну, какое оно? Ну, голубые глаза. Аквамариновые, если точнее. Дальше. Прямой нос. Розовые губы. Но это, кстати, заслуга косметической фирмы. Это заслуга Господа Бога. И нос у вас, нос Нефертити. Губы, как у Елены Прекрасной, а лицо, как у Врубелевской царевны-лебедь. Красота не принадлежит только вам. Она принадлежит миру. Должна. Для этого есть художник, чтобы ее разглядеть, запечатлеть и отдать. Поэтому вы не можете отказаться. Просто не имеете права. Хорошо. Я приду. Танюша, я уже дома. Обещал к 5, как штык. Почти 5. Кстати, Сашка просил, чтобы я свозил его в соседнюю область, но я сказал, что не могу. Занят, потому что я помню, мы идем к Даше. Нет, к Даше мы не идем. Она звонила, у нее срочный клиент. Да? Ну и здорово. Значит, мы проведем чудесный вечер вдвоем. А это что такое? Это ужин? Да, остывший ужин. Я обожаю остывшие ужины. Слушай, если ты меня столько ждала, можешь еще 5 минут подождать? Я просто душу схожу. Ну, я грязный. Иди, иди. Ладно. Сейчас через 500 метров будет поворот направо. Не пропустите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Там впереди яма. Вы что, не видите? Куда вы смотрите? А? Правее держите. Правее. Яма. Да что вы делаете? Правее руль! Куда вы крутите? Да что? Даша, вы мне можете объяснить? Я же вам русским языком сказал. Вы же понимаете русский язык? Что у вас вообще с реакцией? Я же не специально. Не специально. Но я же вам сказал. Вы же видели, яма. У вас вообще права есть? Зачем вы за руль садились, если вы не умеете водить? Я вас довезу. Куда вы рулили? Я же вам рассказал. Что вы такая росомаха? Вы сами сказали вправо. Вправо нужно было рулить до ямы, а после ямы нужно было крутить влево руль. Садитесь, я попробую толкнуть. Попробуем выбраться. Вам нельзя давать нагрузку на спину. Давайте вы там уже это, а я толкну. Господи, ну вы можете не спорить хотя бы раз? Уже темнеет, нет времени устраивать войну. Хорошо.
характеров, женщины против мужчин. Сядьте за руль. Делайте, что вам говорят. Времени нет. Готовы? Давайте. Вам никто не говорил, что упрямство до добра не доводит? Делайте, что вам говорят. Куда вы крутили руль? Вы можете мне сказать? Что у вас вообще с головой? С головой у меня плохо, это точно. Было бы хорошо, меня бы сейчас не было здесь. Там на сиденье мой телефон. Принесите, я попробую дозвониться в службу эвакуации. О, какая замечательная мысль. Жаль, что она не пришла вам в голову чуть пораньше. Какая замечательная мысль. Жаль, что она не пришла вам в голову раньше. Давайте. Черт, связи нет. Ну как же, это просто какое-то Берендеево царство. Угу. Дремучий лес. 21 век, надо же. Нет связи. А нет, вот сейчас, подождите, появилась. Да уже пробовали. Черт, опять исчезла. Ладно, так доберемся. Здесь недалеко. Значит, врубили. Эй! Кто-нибудь! Люди! Ау! Мне кажется, надо признать очевидное. Мы заблудились в глухом лесу. Да, полярная звезда нас подвела. И чайник сказал утюгу. Я больше идти не могу. Ух ты! Смотрите. Вот это да. Здесь кто-то был. Нам, кажется, повезло. Эй! Есть тут кто? Чей шалаш? Никого нет. Значит, будем ночевать здесь. Саш, ну что вы такое говорите? Очень смешно. А почему? А чем вам не пятизвездочная лесная гостиница со всеми удобствами, комфортная? Даш... Если без шуток, я перед вами виноват. Из-за меня вы оказались здесь ночью в лесу. Мне стыдно. Я вам возмещу моральный ущерб. Я вам заплачу. И, пожалуйста, не спорьте и не возражайте. Так, помолчите, пожалуйста. Не надо портить мне мое приключение своими меркантильными разговорами. Ну что, давайте я за вами поухаживаю, раз так. Раз я перед вами виноват, что у нас тут? Бутерброд с колбасой. И сыром. Держите. Угощайтесь. А уж раз я сегодня не за рулем, уже у меня есть запас. Мы сейчас с вами выпьем, по крайней мере, согреемся. Ого, какой вы запасливый. Да. Спина. Пейте, согрейтесь. Что такое, Даша? Там лягушка. Ну и что? Ну лягушка. Зачем же вы ее спугнули? А вдруг это моя невеста была? Я бы ее поцеловал, она бы превратилась в царевну. Не волнуйтесь, я вас защищу от всех тварей в этом лесу. Ага, если сможете встать, в чем я сомневаюсь. Ой, вы все мне не доверяете. Вы думаете, что сила мужчины в руках, в ногах, в спине. А сила мужчины совсем в другом. В чем же? Смеяться не будете? Не обещаю. Вон, видите, летит самолет. Вон, видите, точка маленькая двигается. Издалека начинаете. Свысока. Как вы думаете, за счет чего он летит? Крылья. Ну, разве он машет крыльями? Ну, подумайте. Ну, к чему вы клоните? Хвост, фюзеляж, крылья – это все внешнее. Это важно, но это не главное. Главное то, что внутри. Мотор. Движок, энергия. Пока двигатель работает, он летит. Так же и у мужчины.
А руки, ноги, спина, это все не так важно. Что вы смеетесь? Да, я ужасный романтик. Люблю помечтать, оторваться, подняться над реальностью. Просто лес, ночь, природа, девушка рядом. Вот я и разволновался, засентиментальничал. Просто мне уже 100 лет не было так хорошо. Захотелось поделиться. Смотрите. Раз, два, три. Видите 3 звезды? Это созвездие Ориона. Да. А вон там гончие псы. Ух ты. Вы разбираетесь в созвездиях. А я хотел вас удивить. Думал, девушки мало интересуются небом. Глупости. Так думают только те, кто совсем не знает женщин. Вы меня имеете в виду. Я в детстве мечтала быть космонавтом. Я думала, они ориентируются по созвездиям, как древние мореплаватели. Плывут себе в черном бескрайнем небе, среди опасностей и неизвестности. А потом я прочла 2 капитана и сказала себе, буду полярной летчицей. Ух ты, вы читали 2 капитана? Ну да. Знаете, что это моя любимая книга в детстве? Бороться, искать. Найти и не сдаваться. Ну, у вас почти так и получилось. Ну, почти. В какой-то степени. Давай на «ты». Ничего. Поставлю на крыло мой самолет, и мы с тобой обязательно полетаем. Осуществим твою мечту. Не понимаю, что с ним могло случиться. Это очень надежный самолет. Идея моего отца. По его чертежам. Понимаешь, в этом смысл. Надежность. Понимаешь, это самолет трудяга, маленький, дешевый. Он здесь нужен. Это не роскошь, это предмет первой необходимости. Я не понимаю, что с ним могло случиться. Может быть, действительно ошибка пилота, но там и управление очень простое. Не понимаю. Ты обязательно во всем разберешься. Ты думаешь? Да? Угу. Спасибо. Ты, наверное, устала. Ложись спать. А я еще немножко посижу, подумаю. Мне нужно во всем еще разобраться. Спокойной ночи. Спокойной. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И все-таки, знаешь, я думаю, лучше голубые обои. Вот посмотришь, да. Потому что цвет холодный, но будет хорошо сочетаться с мебелью. И комната у нас солнечная. Тань, мне все равно. Мне хорошо с тобой, вне зависимости от цвета обоев. Да, добрый день, Анна Евгеньевна. Нет, в субботу туда бесполезно звонить, там в администрации никого. Да ничего не случилось. Да просто связи нет. Давайте так, я сейчас сам туда съезжу, я Сашку найду и вам перезвоню. Мне все равно любопытно посмотреть, что там с этим самолетом. Да, до свидания. Тань, тут такое дело? Да, я понимаю. Просто Сашка пропал. Что-то случилось? Я думаю, что ничего, но его мама волнуется. Знаешь, Андрей, ничего не объясняй. Поезжай.
Голову чуть правее. А. Ага. Слушайте, а чья это картина? На вашу не похоже. Дашина. Даша рисует? Рисует. Смешное слово. Ну да, рисовала раньше. Могла бы стать хорошим художником, просто Дашу интересовала недоступное, а здесь ей все слишком легко давалось. Ну это же прекрасно. Не уверен. Хотя... Хотя сейчас, я думаю, с ней соглашусь. Она на маму похожа. Ее мама бросила нас, когда Даше было 2 года. Вот как? Простите. Да ничего. Все нормально. Раньше говорили как? Ушла с любовником. Сейчас говорят мягче. Искала себя. Да ничего. Тяжело вам пришлось. Наверное. Но мы с Дашей крепкие. Все нормально. Воспитал дочку без лишних девчачьих глупостей. А вам не приходило в голову, что девочке необходимы эти девчачьи глупости? Да видел я, чем они заканчиваются. Если бы я это позволил, была бы вторая мать. Ну, может быть, это не так уж и плохо? Это плохо. Что хорошего в легкомыслии? Это поэтому у вас зеркало висит на потолке? Зеркало что, бриться висит? А Даша? Что Даша? Даша не бреется. А как она красится? Здесь, наверное, какие-нибудь дикие звери водятся. Волки. И волки, и медведи. Все есть. Точно леший водил? Это хорошо, мы вовремя остановились, а то ушли бы с тобой совсем в другую сторону. Так это ты говорил, звезда, звезда. Ну да. Видишь, по солнцу оказалось проще. Ну вот, его, собственно, уже и видать. А, вон он? Да, видим. Ой, вам прямо. Спасибо большое. Что довели. Спасибо. Удачи, не слутайте. Ой, наконец-то. Даша! А? Посмотри, пожалуйста, связь появилась, у меня разрядился телефон. Так у меня тоже разрядился. Как спина? Нормально. Даша. Не хочу показаться занудой. Можно чего-нибудь подложить, а то жестко лежать. Надо лежать ровно. Ну это ж надо, а? По нашим лесам по ночам шастать, а, ребят? Это же могли потонуть в нашем чертовом болоте еще. О, я же говорила. Значит, болото все-таки было? А, было. У нас тут в прошлом году охотник даже утонул. Ого. Да. Вот такие вот у нас болота. Так это что ли, самолет-то это сделал? А чё же он у тебя таким хлипким-то оказался? И сам смотрю, калека. Весь битый, перебитый, да? Антонина Филипповна, а где вы говорите, он навернулся? В каком месте? А вон там вот, вон, километра от нас не дотянул. Мы уж с мужем ждали его, ждали. А потом муж говорит, давай, беги за машиной, сами поедем в больницу. Ой, я нашла машину, поехали. Хоть я лопну от такого бутерброда. Так вы видели летчика? Да. И что он? Весь битый-перебитый был. А он вам что-нибудь рассказывал? Ну да. Сказал, что аварийная посадка была. Ну, а по нашему, короче, грохнулся и все. Аварийная посадка. Скажите, а есть какой-нибудь телефон? Стационарный или мобильный? Мне нужно своим позвонить, чтобы не волновались. Да у нас все есть. И телефон, и телевизор. Пойдем покажем. Варенье вкусное. А, фирменное. Кушай, кушай. С вами делать? Вообще-то этим нельзя злоупотреблять. Даш, мы вроде с тобой пришли на «ты». Я уважаю все эти пасы руками, но ты в этом мастер, но если ты сделаешь укол, будет лучше. Сделай.
Ну что ты на меня смотришь? Ты же не моя мама. Ой, Даш, а ты медсестра, что ли? Угу. А может, мне коленочку посмотришь? Так вот, ломит в последнее время, не могу. Вот здесь вот. Вот здесь болит. Невозможно. Посмотришь? О, вот это да. Вот так явление. Явились, не забылись. Очень вовремя. Ну как? Ну так себе, ничего. Здрасте. А ты что тут делаешь, Даш? Я массаж. А, привет. Привет. Вы чего, знакомы? Нет, у меня вопрос такой. Можно как-то на связь выходить? Или к телефону подойти, или как-то вообще? Вообще как-то связаться можно, нет? Что, каменный век? Ну, во-первых, мой телефон был разряжен. Да, и что? Мама у тебя вся на иголках. Маме я уже позвонил. Сейчас я позвоню твоей маме и успокою ее. Алло, Анна Евгеньевна, я нашел вашего сына. Все с ним в порядке, он здоровый, румяный. И даже на массаже был. Антонина Филипповна, это артрит. Нужно к доктору. Можете сами пока разогревающей мазью смазывать, да не переохлаждать. Да это я знаю, это просто все от нервов. Ну, это-то навряд ли. Да я точно знаю. Вот как это все началось, так и пошло болеть. А что началось-то? Да с мужем моим, с Ильей. У него, милая моя, любовница есть. Да. Вот от нее и шел, когда с ним это все случилось. Он уже в лесу 10 лет уже, как не было этих медведей. А то вдруг на него вышел. Думаешь, это случайно? А я думаю, что Бог, он все видит. Поэтому с ним это все и произошло. А я как почувствовала. Выхожу на терраску, слышу шум какой-то в лесу. Я потом побежала в дом, взяла ружье, вышла как бабахну. Вот. Ну, а через 10 минут он выходит. Говорит, спасла ты меня, Филипповна. Спасибо тебе большое. Вот и получается. Кого-то любить, кому-то спасать. Главное, Танька говорит, Дашка не смогла, клиент у нее какой-то. Я приезжаю за тобой и кого я вижу. Значит, хотел вас познакомить, а вы сами? Ты бы мне сразу сказал, что она по части массажа специалист. Это я понимаю, дело полезное. А то души соединяет, сердца врачует. Вот, кажется, пришли. Да. А вы-то с ним давно живете? Давно. Детей у нас, правда, не было. А так давно живем. Ну, я потихоньку уже вещи перевожу. С сестрой договорилась. Пока он там в больнице этой лежит, уеду. Так может, еще все наладится? А что наладится? Ну, вы бы с ним поговорили. Да о чем с ним говорить? Да я к нему даже в больницу не поеду. Пусть это теперь к нему ходит. Пусть она за ним ухаживает, все делает вместо меня, все. Так все болит, как колено прям тянет, не могу. Прям обидно очень. Мне прям очень обидно. Мне всю душу разбередило. Ну, может, это все к лучшему, а? Да как к лучшему? Ну, вот это все к лучшему. Бывает так, жизнь встряхнет, и понимаешь, что любовь, она еще есть. Ведь это самое главное, правда? Вы же городские умные. Может, совет какой дашь? Вот что делать, когда муж на другую бабу перекинулся? Так, вы не обидитесь? Постараюсь. Вот скажите, пожалуйста, чуть ни на одной фотографии нету вас вместе-то. И кровать стоит порознь, как в пионерском лагере. Как так, если вы семья? Не, ну это разве грохнулся? Это, можно сказать, так, штатная аварийная посадка. Если бы он грохнулся, действительно, я бы сейчас в другом месте сидел. И с другими людьми разговаривал. Ну да, да.
Ты вот, можно сказать, легким испугом отделался. Черт, шасси, кажется, сломаны. Интересно посмотреть, что там все-таки с ним случилось. Подойти бы поближе. Сань, нет, ну, Саш, ну, куда ты? Он утонет окончательно под твоим весом вместе с тобой. Мне и так не пройти, тут болото. Интересно, что там? Ну, судя по тому, как он приземлялся, есть ощущение, что топливо кончилось. Пилот чего, пьяный был в Драбадан? Сесть в самолет, не проверив баки? Это мог. И что, вся история из-за топлива? Как можно не заметить, что бак пустой? Может быть, все-таки датчик не сработал? Не, ну чего гадать? Надо поднимать и смотреть. Ну, помялся он не сильно. Че, я залатаю? Мне закажете? Черт его знает, что теперь будет. Это же эксперимент. Откажутся заказывать, и все, пиши пропало. Эй, куда? Не так. Вот городские, а. Чего? Кто ж так лепит, а? Отрезала. Потом так. И лепим. Ой, у меня это никогда так не получится. Чего не получится? А как же ты мужика своего будешь кормить, а? Байками? Они же этих байк много не любят. Не скажите, некоторые очень даже любят. А вот ты мне скажи, вот ты так все хорошо про моего Илью Егоровича рассказал, ну как будто он твой брат родной. Ну вот, если ты такая умная, ну почему тогда одна маешься? А кто сказал, что я маюсь? Я хоть университетов-то не заканчивала, но я же сразу вижу, когда девка счастлива, а когда нет. О, ребят, прям к пирожкам идете, молодцы! Мы поголодали. Отлично. Сейчас кормить будем. Он должен понимать, что это тестовый. Ух ты! Ну нет, ну там у окна стоит во время грозы, да? Так, ребят, если освободилась посуда, какая? Да, давайте. Спасибо большое, было очень вкусно. Спасибо. Тонь, вообще, я помою. Очень вкусно. Спасибо точно. Большое. Да. Нет? Тонь, если надо что-то по хозяйству помочь, я готов. А да, мне мы нужно. Поможем. Что? Пойдем покажу. Ага. Ты, знаешь, ты сиди со своей спиной и лечи ее, ага. Ну да, ты прав. Ну, вот. Что? Урубать? Да. Ну, сейчас. Уже можно начинать. Минут делов. Умеешь? А как же. Мир тесен. Мне ведь Андрюха про тебя уже рассказывал. Да? Да. Мы с его женой дружим. Уже с детства. Ты, значит, мне голову морочила. Говорила, массажистка. А это все прикрытие. Ты, оказывается, сваха. Думаю, вот чего мама тебя привела? Оказывается, не без тайного умысла. Ну, признавайся. Вообще-то я психолог по образованию. Угу. Помогаю людям, когда они меня просят. И чем ты конкретно им помогаешь? Наладить отношения. Ой, найти да. Любовь. Ха-ха-ха. Любовь. Хо-хо-хо. Да, что вы, любовь. Я... нарочно выбрала именно эти слова. Это верный способ рассмешить мужчину. Хотя скажи, пожалуйста, что в этом такого для вас смешного? Да ничего. Здесь ничего. Просто когда умная девушка, нормальная, современная этим занимается, есть в этом, прости, какая-то сырмя... Ну ладно, прости, не мое дело. Давай я лучше тебе помогу. Тарелки буду вытирать. Спасибо. Скажи, пожалуйста, чем таким я вот занимаюсь? Да ерундой. Есть мужчина, есть женщина. Если они нравятся друг другу, они сами разберутся. Не нравятся, они все равно разойдутся. Ты им ничем не поможешь. Все остальное – надувательство. То есть, если ко мне пришел человек, помогите, пожалуйста, посоветуйте. Я должна сказать, сами разберетесь. Да, да. Так честнее, по крайней мере. Знаешь, есть люди, для которых, чтобы поверить, нужно обязательно пощупать руками. Я думала, авиаконструкторы не такие. В этом деле, я думала, нужно воображение. Даш, мысль имеет смысл только тогда, когда результатом ее становится что-то конкретное. Предмет, идея, объект. Ага. А все остальное пустые фантазии. А какой результат нужен? Самолет, например. Самолет летит, вот результат.
И с этим не поспоришь. Ну, твой самолет упал. А твоего не было в природе. Угу. Это все фикция. Все, чем ты занимаешься. Я не имею в виду, конечно, массаж и там уколы. Это ты хорошо делаешь. А все остальное случается без тебя. Андрей все равно женился бы на Тане. Угу. Потому что Таня красивая женщина. Угу. Милая и добрая. Он влюблен в нее, она в него. Это просто случается. Успокойся. Ну, я же не спорю. Я не бог, и просто помогаю людям, когда там что-то трудно или что-то сломалось. Ага, хорошо. Сломался самолет. Андрей его починит, он полетит. Это я понимаю. А что ты имеешь в виду, я, прости, никак не могу понять. Знаешь, если ты что-то не понимаешь, это не значит, что этого не существует. Ну, докажи, что это существует. Угу. Вот я, например, здоровый мужчина, еще вполне молодой, вполне, как говорится, рабочий механизм. Ты в этих механизмах, говоришь, разбираешься. Угу. Вот и разберись. Я не влюблялся с 16 лет. С 10 класса. Не испытываю потребности. Что скажешь? Что-то сломалось. Ну, как раз твой профиль. Сломалось, почини. Если бы это было так просто. Ну вот, типичный ответ всех шарлатанов. Это запрос? Что ты имеешь в виду? Ну, видишь ли, я не работаю просто так. На слабо или для развлечения. Я не решаю, что человек хочет. Вот ты хочешь влюбиться? Да, вполне. Было бы прикольно. Серьезно? Да, вполне. Как говорится, от винта. Знаешь, Даша, слушаю тебя. Мы с тобой чем-то очень похожи. Я всю жизнь мечтал летать, но не сложилось, не случилось. Теперь конструирую самолеты. Не то же самое, конечно, что самому, но все-таки ближе к небу. Ты тоже мечтал о чем-то своем. О чем там женщины мечтают? Красные розы, белое платье, жених и невеста, тире-тире-тесто, марш Мендельсона. А в итоге мы с тобой оба теоретики. Понимаешь? Ну что, поедем машину вытаскивать или пускай гниет? Да, пошли. А то уже устал. Голова болит уже от этих разговоров. Увидимся, Даш. Слушай, там через час должны эти ребята из комиссии подъехать. Нам бы успеть вытащить машину. Справимся? Успеем. У тебя трос есть? За девятый столик давно пора подойти кому-то. Вы видите? Да, и где у нас опять Валерия? Передайте ей, что если ее нет в зале, я считаю, что ее нет на работе. Хорошо, хорошо. Да, мне как обычно, а моя подруга десерт. Хорошо, Ольга Владиславовна. Знаешь, не то чтобы она мне что-то новое сказала, но она так сказала, что я поняла. Знаешь, это ведь здесь я могу все контролировать, но контролировать мужа не стоит. Мужа? Это новость. Да, подали заявление. Сама не могу опомниться. Да ладно. Ну, я тебя поздравляю. Нет, правда, поздравляю. Спасибо. Так я не поняла, зачем ты туда ходила, если ее не было? Ну, я ж тебе говорю. Я лебедем позирую. Нет, отец правда сумасшедший. Я не знаю, как он такую нормальную дочь воспитал. У него какие-то на все свои теории. Свой взгляд. Так он влюбился в тебя, а? Ну, это понятно. Но я просто не понимаю, как она с ним живет. У него дома такое. Я бы его убила, честно. Алло. Да. Сегодня? Конечно, могу. Ну, хорошо. До встречи. Кто это? Иван Ильич.
На выставку цветов зовет. Ты согласилась? Да. Он как-то странно на меня действует. Ну, ребят, ну вы же меня довезете, да? Да, мы как раз в больницу едем. Ага. Давайте мы вас подвезем. Ой. Хочу поговорить с этим деятелем, мастером. Ага. Садитесь назад. Даша, а ты вперед. Или, может, ты хочешь за руль? Ну, если тебе полегчало, я, пожалуй, воздержусь. Не верит, главное дело. Да говорю тебе, вот как тебя его видел. Глаза умные такие. Вообще, по-хорошему, каюк мне был. Хорошо жена как почувствовала. Из ружья пальнула, напугала его. О, здравствуйте. А вот как раз летчик наш. Битый-перебитый. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуй. Привет. Вот цветы тебе. А. И тут пирожки напекла. Пойдем? Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Ну, уже гораздо лучше. Сильно у вас? Ну, бывает и хуже. Ну, давайте разбираться, что там произошло. Я все понимаю про встречный ветер, но это же не баргузин, это не штормовой ветер. Такие вещи, они закладываются в расчеты. Ну, послушайте, что я должен был делать? Меня вызвали к этому леснику. Это Петр Владимирович растрезвонил всем, что у него самолет. Говорит, если что, то сообщайте. В экстренных ситуациях обращайтесь. Я вообще личный пилот, а по факту получается, что распоряжение дают все, кому не лень. Ну, а тут дело серьезное. Нужно было лететь. Что я должен был делать? Ну, бак проверить элементарно. Он пуст или он полон? Вы же пилот, вы не фея. Или у вас в кармане волшебная пыльца есть? Да нормально там все было с баком. Он мне четверть показывал. А тут бац, сигнал. Садиться. Ну, посадил куда смог. Вы же не первый день в авиации. Это, слава богу, вы живы остались. О, Евгений Петрович, вот познакомьтесь с товарищем авиаконструктором. Это его детище я угробил. Здравствуйте. Ну, кто кого угробил, тут надо еще разобраться. Я вам говорил, что ваши идеи до добра не доведут? Говорил? А главное, хотят нашу скорую помощь туда, на ваши эти самолеты посадить. Очень плохие шутки, молодые люди. Ну как, Антонина Филипповна? Да какая я Филипповна? Просто Тони зовут. Спасибо тебе огромное. Ну, я очень рада. Я правда думаю, что у вас все наладится. Не знаю. Дай бог. Ты знаешь, я уж совсем было уходить собралась. А он так посмотрел на меня жалостливо. Говорит, Тонь, ну прости ты меня. Ну, бес попутал. Я вот и думаю, может, правда бес попутал? Бывает. Спасибо тебе. А вон, смотри-ка, идет. Идет. Чисто сияет. Влюбленный. Да нет, пока еще нет. Да ладно. А ты его приворожить, что ли, хочешь? Да вот еще. Просто выполню заказ. Ну, раз он сам попросил. Ну ладно, всего хорошего. Вот чудные вы, городские. А
Ирина Михайловна? Да, здравствуйте. Добрый день. Это для вас. Когда он успел-то? Там записка. Ой. Всего доброго. Всего доброго. Сумасшедший. Иван Ильич, спасибо, конечно, но не стоило. Правда. Я бы хотел, чтобы этот день запомнился. Хоть чуть-чуть. Я его никогда не забуду. Жалко, что срезанные. Долго не проживут. Ну, орхидеи бы долго не прожили в любом случае. За ними очень сложно ухаживать. Вот как. Ну, конечно. За женщинами-то ухаживать проще. Да, я... Всего доброго. Да. У этого человека просто талант меня выводить. Папа? Что происходит?
Пап, ты заболел? Я не заболел. Меня осенило, озарило. Вообще не мешай, не мешай, не мешай, не мешай. Где твоя орхидея? Дочь, ну не до орхидеи сейчас, не мешай, ну! Ваня в своем репертуаре. Не берет трубки. Ну, ничего не поделаешь, значит, будет сюрприз. J'aime pas les surprises. Réserve un hôtel. Послушай, ну говори по-русски, ты забываешь язык, я тоже вместе с тобой забываю. Ну какой отель? Ну что, я турист? Не знаю, Жанна, или что ты хочешь бегать, памятники революции посматривать? Давай, знаешь что, вот в Москве посмотрим достопримечательности, если хочешь, и через 2 дня поедем домой. Я вообще хочу с дочерью повидаться. Tu appelles Dasha? Я звонила ей на прошлой неделе. Tu es bien au nu. Ton genre? Mon genre et tu, если ты имеешь в виду Ивана. Иван будет неудобно, только много гостей. Мне кажется, он до сих пор, как по-русски, жалюзи. Да он будет в восторге, он будет наслаждаться этой ситуацией. Это что, он же художник, значит, пытается эмоциями. А какими, вообще не имеет никакого значения. 1/4 века мы с ним в разводе, представляешь? Другой бы уже забыл обо мне, а он нет. Лелеет свою обиду. А знаешь почему? Чтобы картинки лучше получались. Я думаю, ты очень жестокая женщина. Не надо жениться на актрисе. Конечно, не надо. Я тебя предупреждала. Доброе утро. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Хорошо, что ты уже на работе. Зайди ко мне, мне нужно с тобой поговорить. Датчик не сработал. Подвис поплавок. Он в следующий раз мог подвиснуть 100 лет. Это просто случайность. Следить надо было за топливным баком. Вот и все. Хорошо, я переделаю систему оповещения. Установлю дополнительные датчики. Вообще-то я так и собирался сделать. Но вы же меня все время торопили. Быстрее, быстрее. Торопил нас господин губернатор. Ты же знаешь этих бывших комсомольских вожаков. Загорелся? Надо было ковать железо. А то было бы поздно. А вот теперь действительно поздно. Все, он сказал, заказа не будет. Так что твои доработки уже никому не нужны. Сертификации тоже не будет. Так что я решил остановить производство. Не знаешь, кто принес? Не-а. Очередной поклонник, видно. Красивая. Черт, как жалко. Один уже почти готовый стоит. Я все равно этим займусь. А этот почти готовый я себе заказываю. Найду деньги и доработаю. Так что не останавливайте. Ты что, рехнулся? Вы же знали моего отца. Он бы поступил так же. Ириш, доброе утро. А? Доброе утро, говорю. Угу. Доброе утро. Ничего, ничего, папа. Мы прорвемся.
Да, это мелочь. Да, мелочь. Я понимаю, но из этих мелочей состоит жизнь. Из этих носков, огрызков, мятых бумажек, из этих вечных крошек. Ой. Расслабься, у тебя из-за этого мигрени. Правильно, у меня от этого мигрени. Даш, я жалею, что вышла замуж. А хочешь, подскажу, как развестись? Нет, пока не надо. Ой, ну почему все так сложно? Сначала отлетаешь в облаках, все хорошо. Объятия, поцелуи, прикосновения. А потом приземляешься, и на земле тебя ждет вот это вот мусор и прочая дрянь. Я понимаю, что всю жизнь в облаках не проживешь. Ну почему? Некоторым удавалось. Да, и кому? Дали и Гала, например. Воображаю, что у них творилось в квартире. Это, кстати, видно по картинам. Вот я помню часы. Да, ну это у всех так художников. Вон, у папы посмотри, что в мастерской. Бардак. Даша, Андрей – это воплощение хаоса. С ним ничего невозможно планировать даже на день вперед. Этот ремонт, бедный, никогда не закончу. У него 7 пятниц на неделе, и все из них 13-е. А поговорить? Ты хочешь, чтобы я его начала пилить, и Андрей наконец-то понял, что женат на бензопиле дружба? Спасибо тебе, подруга. Сразу видно, психолог. Полежи 20 минут, станет легче. Но только знаешь что? Одними массажами не отделаешься. Давай-ка, меняй установки. А у меня для вас есть подарок. Курсы танго. Угу. Очень смешно. Отключи голову и просто пойди на эти курсы. Вот правду увидишь. А Саша тебе вообще не понравился? В каком смысле? Ну, просто Андрей говорил, что вы все время ссорились. Вообще-то Саша очень милый. И тебя он считает забавный. Забавный? Здрасте. Здрасте. А Иван Ильич дома? Нет. Проходите. Нам никто не помешает. То есть вы согласны? Да, я согласна, если вам это действительно нужно. Нужно, да. Ну, подумайте, может быть, он влюбится в вас, а вы-то его не любите. Зачем вам это? Ну, понимаете, я хочу семью. Хорошую семью, как у моих родителей. А он идеально подходит. Правда, без любви не женится, я спрашивала. Слушайте, давайте начнем. То есть прямо сейчас? А что тянуть? Ну ладно, приступим. Вставайте. Спонтанность, вот что сейчас нужно. Импровизация. Ваши отношения слишком устоялись. Да, сломать то, что есть, трудно, но это придется сделать. Нужна ваша реакция. Так. Бейте по рукам. Нужна некая доля агрессии тоже. Вы должны его удивить. Ну, для этого мне не нужно будет его лупить. На самом деле это было бы оптимально. Шоковый метод самый лучший, но вы пока к такому не готовы. Поэтому нужна тренировка. Ну вот. Теперь, когда я захромаю по офису, я точно не останусь незамеченной. И это тоже неплохо. Это заставит его взглянуть на вас по-новому. Не будьте такой безупречной. Минутку. Спонтанность.
переодевайтесь, а я пойду принесу литературу. Даша, давайте на «ты». Ирина. Ну, до завтра, вот. Держите книжки, их надо прочитать. Ирина. Ирина, вы забыли. Слушайте, я не знаю, как вы попали ко мне в офис. Я не... Но это же переходит все границы. И... Что вам от меня нужно? Ничего. У меня такого никогда еще не было. Я просто счастлив. Счастлив вас видеть, а если не видеть, то все равно буду счастлив. Заботливо, храня твою свободу, непосвященных я к тебе не звал. Фиат. Глупости какие. На облаке, незримая земле, венце из звезд, нетленная богиня с задумчивой улыбкой на челе. Все, 60 ровно. Дай сюда. Нажимал. О, Господи. За что мне еще наказание такое на старости лет? Так, говори все, не скрывай. Пока еще лекарства действуют. Что ты еще продал? Мамочка, я больше ничего не продал, не переживай. Это все пустяки. Хоть дом у нас пока еще есть. Огородник из меня никакой. Там все бурьяном заросло. Думаю, когда внуки будут, я буду там сажать. Малину, крыжовник, клубнику. Ладно, давай поцелую. Ты все правильно сделал. Твой отец с тобой бы гордился. Я знаю, мам. Я знаю. Спасибо. Боже мой, Боже мой. Привет. Ух ты. Привет. Первым делом самолеты. Ты сегодня какая-то другая. У меня новый конь. Йоу. А где машина? А, я ее продал. Правда? Да. Хочешь прокатиться? Держи. Зараза. Так что вот так. Деньги я достал, все есть, можем продолжать. Что, и дачу продал? Да. Ну, Арсений, вдаешь. Весь WhatsApp. Да, характерец тот еще. Но, как любил говорить твой отец, это было бы весело, если бы не было так грустно. Ну, ремонтников мы тебе, конечно, вышли. Вот хоть Андрей поедет. Угу. Но ты учти, что все остальные траты и риски на тебе. Если заказов не будет, я ничем тебе возместить не смогу. Игорь Сергеевич, как это говорится? Кто не рискует, тот... Не пьет шампанского? Именно. Уверяю тебя, пьет. И даже весьма дорогое. Ладно, иди, энтузиаст. Спасибо. Спасибо, Игорь Сергеевич. Удачи. Хорошо, Игорь Сергеевич. Андрюха, ну все? Мы договорились? Да? Можете выдвигаться с ребятами. Там на месте сориентируйтесь.
до ангара дотянете, а там можете латать. Угу. Нет, я сам не поеду. Буду сидеть с чертежами. Есть кое-какие идеи. Андрюха, помнишь, я тебе говорил про самолет-амфибию? Ну да, про трансформер. Пора воплощать свои мечты. Давай. Ага, до связи. Татьяна! А, я здесь, Люд, я переодеваюсь. А, ну ладно. Слушай, а ты с Дарьей Романовой общаешься? Конечно. А спроси-ка у нее, у Ивана Ильича нет чего-нибудь новенького? Спустили распоряжение ко дню города. Концерт сделать и еще выставку. Родного города, любимые просторы. Ой, Люд, какие просторы? Мне вообще не до этого. Любимые. Говорю же тебе, выставка художников, воспевающих красоту родного края. В общем, сама почитай. Тут очень все грамотно написано. У них, по-моему, сейчас новый зам. Такой, знаешь, с фантазией парень. Я к чему? Ты там дерни Романова, а? Может, он что-нибудь пришлет? Слушай, так у него ж ничего про родной край нет. Да неважно. Написано же. А также полотна, созданные нашими земляками. Вот. А ты куда это? Я на танцы. Я тебе сейчас напишу его телефон. Там на третьем этаже Ильинская преподают. Ты сама ему позвони и спроси все, что тебе нужно. Потому что у него вообще-то полгода как кризис, и нового ничего нет, по-моему. Ага, спасибо, позвоню. Угу. А с кем пляшешь-то? С мужем. Добрый вечер. Это я. Ну, он еще на работе. Ладно. Хорошо. Да, читаю. Левая ножка вперед. Раз, правую подставили. Правую сторону три. Левую подставили. Раз, два. Таня, раз, два, я хотел у тебя спросить. Четыре. Раз, ну, два, мне там по работе три, надо. Четыре. На несколько дней съездить. Сейчас, подожди. Угу. Ириша. Заработался? Да так. Надо там кое-что придумать, переделать. А ты чего так поздно? Читаю. Чего читаешь? Два капитана. Угу. Может, пойдем поужинаем вместе? Хорошо. Я только смс-ку подруге отправлю. Ну, хорошо. А? Я тебя там подожду. Раз, два, три. Четыре. Ну-ка попробуем воспроизвести все вместе. И раз, два. Правую сторону три, четыре. Раз, два, три, четыре. По кругу. Раз, два, три, четыре. Очень хорошо. А теперь разбились по парам и попробуем воспроизвести это по парам в музыку. Обои подождут. Все готовы? А? Поехали. А? Ты же не будешь на меня сердиться? Нет. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Колени. Раз, два, три, четыре. Ножку вытягиваем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Больше экспресс. Я не понимаю, два, куда могу. Три, четыре. И бедра. Раз, два. Три, подожди, четыре. Давай его спросим. Раз, два, три, можете нам показать? Четыре, хорошо. Еще раз показать. Очень интересно, но не все получается. Смотрите внимательно. Левая ножка вперед. Раз, два. Правая в сторону. Три, четыре. Так, смотри, здесь салаты. Это основные блюда. Это горячие. Я буду салат из рукколы. А, салат из рукколы. А, и все? Да. Хорошо. Тогда я буду...
Я буду... А, нет, я буду жареную картошку с котлетой. Ничего себе. Жареную картошку с котлетой, а мне тоже жареную картошку с котлетой. А пить мы будем... Пиво. Ты пьешь пиво? Да. Не знал. И два пива, пожалуйста. Хорошо. Потом мы закажем чай и какой-нибудь десерт. Отлично. Спасибо. Ну надо же. Сегодня день открытий. Я не знал, что ты носишь джинсы, футболку и жареную картошку. Это плохо? Да нет, это замечательно. Просто неожиданно. А ты знаешь, что британские ученые выяснили, что в запах жареной картошки входят три запаха? Ирисок, цветков какао и гладильные доски. Подожди, правда? Да. Слушай, ты... Расскажи мне, над чем ты сейчас работаешь? Ну, тебе это будет скучно. Нет. Тебе интересно? Да, правда. Ну, как и любой конструктор, я хочу создать свой смайл. Внимание, дамы и господа, наш самолет совершил посадку в этом прекрасном, чудном и красивом месте. Не покидайте своих мест до полной остановки нашего транспортного средства. Ну вот, по-моему, чудесный вечер. По-моему, тоже. Ты замерзла. Ну, так, немного. Держи. Вот так. Ну, ты знаешь, ты не переживай. У тебя все получится. Как там бороться и искать? Найти и больше никогда не терять. Да? Да. Ну, хорошо. Спокойной ночи. Пока. Найти и никогда не терять. Пока. Вот бутерброды. И кофе. Смотри, будешь закручивать, аккуратно, не пролей. Ну что ты со мной, как с маленьким? Так. Спасибо, любимая. Ну, там на несколько дней работы, но я постараюсь все побыстрее сделать. Если повезет, еще полетаю. Летай низко. Осторожно. Еще один такой поцелуй, я вообще никуда не уеду. Все. Отгадала. Он аж дышать перестал. Я хотела ему крем для бритья подарить. Ну, подарки должны быть практичными. Ой, да нет. Только не для него. Почему? Он большой мальчик. Да нет же, нет. Это только видимость. Внутри он 6-летний ребенок. По крайней мере, иногда. Ну, хорошо, что внутри. Слушай, а мне картошку есть? Ну, да нет, конечно. Ну, это была просто мелочь для того, чтобы удивить его, чтобы он на тебя заново взглянул. А теперь...
Нужно постараться его понять и разделить с ним то, что ему дорого. Так, все, хватит записывать. Я даю тебе задание. Угу. Нужно подобрать пароль к его компьютеру. Даш, нет. Ну, это нечестно. Ой, Господи. Да перестань. Ну, это просто упражнение. Я не прошу тебя читать его переписку. Можешь ему искренне во всем признаться. Ему понравится. Это как игра. Да ты и не угадаешь. Но это многое тебе даст. Ты будешь о нем много думать. Многое поймешь. Ведь подбирать пароль к компьютеру мужчины — это все равно, что подбирать ключ к его сердцу. Да там цифры какие-нибудь. А я думаю, нет. Даша, я даже не знаю, как тебя благодарить. Слушай, может, возьмешь деньги, а? Все, больше не будем к этому возвращаться. И не забудь про задание. А Иван Ильич сегодня дома? Он пошел осматривать зал. У него же выставка скоро. А, да? Здорово. О, Таня. О, ну ты даешь. Счастливо. До встречи. Ну как? Отпад. Ты должна всегда везде так ходить. Да? Ты знаешь, я вообще на такси приехала. Хотела просто похвастаться. Кофе сваришь? Невероятно. Пойдем. Обалдеть. Ну, в общем, Андрюшенька укатил, а я гуляю. Скучаешь? Осталась я без партнера, но зато теперь танцую с преподавателем. Я тебе хочу сказать, это высший класс. Кажется, я переборщила с подарком. Как голова? Да ничего, вроде нормально. Тебя помять? Не, не надо, я размялась, пока танцевала. Ну, знаешь, если серьезно, вот у меня дома сейчас полный порядок, да? Андрей уехал, все идеально, все блестит. Угу. А я себе места не нахожу. Даже представляю, сегодня на кухне себе рассыпала на столе крошек, как будто бы он дома. Ой, любовь, конечно, совершенно рациональная штука. А что это к тебе за красотка приходила? Вроде не похоже, чтобы у нее были проблемы с личной жизнью. Остеохондроз? Эта красотка работает с Сашей Арсеньевым и хочет за него замуж. Вот тогда. А Саша-то в курсе? Ну, вообще должен быть. Она этого не скрывает. Ну, не удивлюсь, если он ни о чем не догадывается. Мужчины это умеют. Значит, ты ей помогаешь? Нет, ну я не понимаю, честно. Но одно дело, если вот женщина стесняется, да, не может раскрыть себя. Как бы у нее комплексы, как у меня. Я понимаю, хорошо, ты можешь ей помочь, но тут-то. Может, она ему не нужна? Ну, может, он вообще не хочет жениться? Если у нее ничего не шевелится, когда он на нее смотрит. Может, ему нужна другая какая-то женщина? Но что ты в это вмешиваешься-то? Меня попросили. Кто тебя попросил, она? Он тебя не просил. Ошибаешься. Именно он меня об этом попросил. Все, хватит этих скучных разговоров. Давай кофе пить. Ничего себе скучный разговор. Ты мне только скажи, в том, что ты делаешь, точно ничего личного? М? Ничего личного, точно. Ты думаешь, я настолько прост? Нет. Циолковский. Нет. День авиации. Нет, боже мой, ты что? Да ну нет, я не могу, я не знаю. Не надо угадывать, давай я тебе сам скажу. Хорошие новости? Нет. Просто есть еще одна идея. Какая?
От Вин Та. Та-дам. Как? Дети, мойте руки. Через 5 минут ужинать. Я помешала? Нет. Хотите, я вам помогу? Нет, спасибо. Ну, долго еще? Потерпи. Мне закончить нужно. Муза моя растворилась в тумане. Интересно, муза. То есть я временно выполняю обязанности музы? Угу. Что это в этом роде? Да, я хоть причешусь тогда. Мне лицо твое не нужно, тем более он такое кислое. Мне нужно... Мне нужно платье закончить. Ага. Ну, покажи хоть что там. Ага. Закончу, посмотришь. А зачем ты выкинул орхидею? Ну, признавайся, кто твоя муза? Дочь, я тебя что, слишком прямолинейно воспитал? Есть такая вещь – личная жизнь. Про нее не спрашивают. Глупости какие. Именно про нее и спрашивают, если она, конечно, есть. Хорошо. Тогда я первый спрошу, скажи, ты почему сегодня ночью на луну выла? Тебе приснилось. Ну, значит, тебе приснилось, что у меня была орхидея. Надоело. Даш, Даш, ну что... Чего ты? Эй. Пап. Дашка. Малыш. Кажется. Ну? Кажется, совершил такую глупость. Такую глупость. Ну? Доброе утро, красавица. Привет. Не составите ли мне компанию? Прокатитесь со мной? Ой, ну, ты бы предупредил, я ведь на каблуках. А я все предусмотрел. Надевай. Ты серьезно? Да. А твои туфельки довезем в коробке. А на работе переобуешься. Слушай, сейчас кто-нибудь увидит. Золушка, ваш башмачок. Прошу, транспорт. Вперед! Да. Круто! Я догоню тебя! Саш. Ирочка. А ты сегодня поздно закончишь? Если честно, мне нужно еще посидеть. А можно я тогда пойду? Хорошо. Я хотела ужин нам приготовить. Я тогда часам к 9 приду. Ладно.
Даша Романова. О, Даша! Да! Даша! Забыла. Ты там, главное, не перемудри. Что-нибудь простое. И не забудь про десерт, он ужасно сластен. Ира! Алло. Так значит, это была ты? Это ты все устроила? А, простите? Не скажу, что я очень счастлив, но все равно спасибо. Было очень весело. Здорово. Круто. Спасибо тебе. Боже мой, что же я натворила? Хотел тебя вернуть. Ты забыл его вчера на работе. Ты же не читал мои смс? Ну, это не в твоем духе. Нет, я не читал твои смс-ки. Mm-hmm. Я не читал смс-ки, но так получилось, что я все знаю про тебя, про Дашу. Я не понимаю, зачем ты это сделал. Там Сашка сидит. Не будем им мешать. Да, ты права. Ну, значит, все хорошо. А что хорошо? Ну, он ее простил. Меня, наверное, нет. Ну, ее простил, слава богу. Все узнал. Как он узнал? Представляешь, он мне позвонил. Это было ужасно. По-хорошему, Тань, меня надо убить. Ну что ты такое говоришь? Ты же ей помогаешь. Я не понимаю. Гнусная манипуляция. Обман. Если бы мне сказали, что я на такое способна, я бы просто расхохоталась. Какой-то бред. Как будто с ума сошла. Еще психолог. Конечно, он меня теперь ненавидит.
и правильно делает. Да ладно тебе. Ну в чем обман-то? Я сделала из нее то, что ему было нужно. Я ей подсказывала каждый шаг. Я заставила его влюбиться. Да? Да. Но ты же сама говорила, что невозможно заставить человека почувствовать что-либо, помимо его воли. Ну, это конечно. Так, может быть, он на самом деле в нее влюбился, и ты тут совсем ни при чем? Даш. Значит, все-таки что-то личное. Даш. Ну, я ж просто так сказала. Ну, послушай, ну, перестань. Ну, знаешь что? Давай вообще выпьем. Раз уж все равно ничего изменить нельзя. Давай выпьем, поплачем и будем жить дальше. Ну, чего на нем свет клином, что и сошелся? Ну... Держи. Держи. Пусть. Вот пусть они будут счастливы. Конечно. Пусть будут. Дайте угадаю. Опять свадьба. Тебе ЗАГС проценты должен платить. Кого осчастливила на этот раз? Да неважно. Приходила тут одна красивая. Ирина Бунина. Шутник. Хорошо, что не меняешься. Привет. Thank you.
Мамочка, доброе утро. Ой, солнышко. Ma chérie, bon matin. Как спалось? Как от тебя пахнет. Это же я совсем забыла про эти духи. Ты у меня самая красивая, ой, самая душистая, самая спортивная мама в мире. Да. Что есть, то есть. Дашулька, а ты какая-то бледненькая. Давай-ка ко мне на коврик присоединяйся. Знаешь, очень бодрит. Нет, сначала кофе. А что это у тебя такое? Даш! Где мой йогурт? Доброе утро, папочка. А что это у тебя с носом? Ты нырять собрался? Запах! Как они это терпят! А, йогурт нашелся. О, молодье! О, господи, ну скажите мне, друзья мои, ну вот как можно так жить? Вот как? У вас же в холодильнике, как это, я забыла эту поговорку, мышь повесилась, о, да? Я бы на ее месте тоже повесился. Почему? От запаха. Это Рокфор, дикарь. Кстати, ты что-то неважно выглядишь. У тебя любовница есть? Мам. Ну что? Нормальный вопрос. О, я вас умоляю, бросьте, пожалуйста, вот эти вот русские церемонии. Но, судя по лицу, ответ очевиден. Нет у тебя никакой любовницы. А без женского внимания мужчина чахнет. А жалко, что ты этого не вспомнила лет 25 назад. О-ля-ля. Да ты должен быть благодарен судьбе за это. Иначе я бы тебя свела уже в могилу много лет назад. У нас с тобой, понимаешь, разные темпераменты. О-ля-ля, темперамент. Это точно. Вот. Точно, так и есть. Доброе утро. Bon matin. Прекрасная погода сегодня. Доброе утро. Прекрасная, но, Жан, но у этих людей нет круассанов, поэтому тебе придется пить кофе. Так вот, просто с джемом. А хочешь пельмени? Пельмени? Супер. Хочу. Пельмени? Хочу. С утра? Пельмени на завтрак? Вы же с ума сошли? Молчи, женщина. Пельмени. Мам, ну пойдем лучше куда-нибудь посидим. Ну что ты можешь здесь найти, если тебе в самом Париже ничего не нравится? И вообще ты никогда не покупала готовых платьев. Да, но мы сейчас ищем одежду не мне. О, начинается. А что начинается? Тебе срочно нужно переодеться. Твоя одежда – это большая проблема. Мам, у меня нет проблем, тем более с одеждой. У тебя есть проблема, и это написано на твоем лице крупными русскими буквами. А одежда – это просто ключ к решению любых проблем. Так что сейчас мы тебя приоденем и потом в парикмахерскую. Да-да-да. Ты не знаешь, кстати, Валя еще работает? Ну вот, заодно и узнаем. Пошли. Спасибо. Спасибо большое. Ну все, Саш, давай. Я уверен, ты справишься. И за машину большое спасибо. Ну, раз уж ты решил заняться такой самодеятельностью, не на себе же в самом деле тебе все это тащить. Андрей заедет за тобой где-то через часик, уже огруженный. Хорошо. Ты уж, пожалуйста, проверь, что он все взял. Хорошо. Если что забудете, я другого посылать не буду. Хорошо. Спасибо еще раз. Иди уже. Ты сделала? Да, вот. Ага, спасибо. Ну что, полетел? Полетел. Не скучай. Удачи, мастер. А где же поцелуй на прощание? Я думаю, ты упустил свой шанс. Боже мой, какой же я болван. Ну ладно, что поделать. Кстати, а где цветок? А я его домой забрала. Правильно. Там ему самое место. Пока. Ну вот, теперь совсем другое дело. Просто куколка. Ладно. Я сейчас пойду накормлю Жана. Ты себе не представляешь, какой он. У него такие прихоти, а ты говоришь, милашка. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, я так тебя... В смысле, я вас так рада видеть, потому что мне нужно кое-что сказать. Да, это очень кстати. Потому что я хотел тебя кое о чем спросить. Мам, иди домой.
Я сейчас приду. Угу. Конечно. Давай. Давай. До свидания. До свидания. Ну, кто первый? Неважно. Давай я. Саша, прости меня, пожалуйста, за все, если можешь. Я очень виновата перед вами обоими. Ну, Ира, как я понимаю, тебя сама об этом попросила. Я тоже. В каком-то смысле. Я помню тот разговор. Правда, я не думал, что все это так всерьез. Но меня же за язык никто не тянул. Да? Так что все честно. Ты выиграла, молодец, поздравляю. Кстати, я, наверное, денег тебе должен заплатить. Ты же работала по запросу. Ладно, прости, проехали. Да. Жалко, что я не мужчина. Ты бы мне сейчас врезал, и мне бы полегчало. Ты непредсказуема. Я похож на мужчину, который может ударить. У тебя какой-то дар ставить меня в тупик. Пароль как угадала? Какой-то фокус? Тут не нужны и фокусы. Я настолько предсказуем? Ну, вообще-то, пароль от винта не особо оригинальный для человека, работающего с самолетами. Я понимала, что там что-то простое. Ты же не любишь усложнять. Ты, я вижу, много обо мне думала. Да, бывало. Даша, какого черта? Я тебя что, подопытный кролик? А это не важно. Нет, это как раз важно. До сих пор я наивно полагал, что в своей жизни я могу решать сам, в кого влюбляться, с кем встречаться, чего хотеть. Я привык себя понимать. А тут, оказывается, кто-то свободно может за меня выбирать. Решать, что должно у меня быть здесь, что у меня должно быть здесь. Глупости. За тебя никто ничего не решал. Даже гипнотизер не может заставить делать человека то, что он не хочет. Так что не надо вот этого. Да, я подсказала несколько идей Ире. Да, это нечестно. Но теперь ты все знаешь, и вы все исправите. А тебе это зачем? Для тебя это игра? Ставила эксперимент, проводила научный опыт? Зачем? Какой бред? Тогда зачем это Даша? Что? Будь счастлив. Тебе зачем это, Даша? Саша! От винта. Все так плохо. Все хорошо. Теперь все хорошо. Ну да. О, Господи. Я вижу. Я вижу, как хорошо. Ирка, как же я счастлива. Ты не представляешь, все благодаря ей. Какая она волшебница. Ух ты! Ирка, да это же ты! А? Ой, какая красавица! Слушай, он молодец! Сказка о тебе. Да это любовь. Qu'est-ce qu'elle est belle! Quelle femme irrésistible! Видишь, да? Невероятная. Это твоя женщина? Нет. Чужая. Ее надо как это... Enlever? Отбить, в смысле? Да нет. Она
богиня сама снисходит, кому хочет. Фу, ты ее не любишь. Люблю. Только кто она и кто я. Ты мужчина, она женщина. Что еще надо? Двадцать пять лет я держался. Думаешь, не было интересных женщин, возможностей? Просто я решил все одного раза, чтобы еще раз кого-нибудь сюда впустить, да никогда. И на тебе. На старости лет. Я смешон. Ну, пока. Почему? Мне 50. Я иду по улице. Я вижу красивую женщину. Я делаю вот так. И она мне улыбается. Ее может быть 20. Но я для нее мужчина. Все равно. У вас там во Франции. Вы же там все немножко ку-ку. Мы ку-ку. Вы ку-ку. А вы не ку-ку. Тебе сколько? 50? 49. Ты себя похоронил? Это не ку-ку? Я слышал, у вас мало мужчин. Женщинам нет с кем жениться. Нет с кем родить детей. Это не ку-ку? Ку-ку. Давай за ку-ку. Жан, я если спас. Что у вас происходит вообще? Я не понимаю. А? Ну-ка так, хватит. Все, тебе этого вообще нельзя. Ну что это такое? Ну вроде нормальные, интеллигентные люди. Сидите и просто напиваетесь, как мужики какие-то. Романов. Ты мне, кстати, обещал показать свои новые картины. Наташ, ну не мешай, ну серьезный разговор. Ну зачем вот это вот? Большие женщина! Что? Ça va pas? Он уже очень давно к этой выставке готовится и никому свои картины не показывал. Даже я не видела. Интересно. Ого. А что это за женщина? М? Ты ее знаешь? Боже мой. Становится все интереснее и интереснее. Ну вот так. И получается, что я разрушила не только свою жизнь, но и папину. Просто отлично. Эй, вуаля. Вот она перед вами, истинная дочь своего отца. Как же все нужно усложнять. Дашуля, я тебе хочу сказать, что если бы я плакала каждый раз, когда у меня рушится жизнь, то у меня бы уже от глаз ничего не осталось. Послушай, женщина должна совершать ошибки, но иначе она будет не женщина, а какой-то сапер. Ты знаешь, и Романову тоже, в общем, полезна вся эта ситуация, ему надо встряхнуться как-то. Я не понимаю, как я могла просмотреть. Просто не понимаю. Еще считала себя специалистом в этой области. Мой собственный отец влюбился у меня под носом, а я... Как я? Не знаю. Я видела, что с ним что-то происходит, но я так в себя погрузилась. Тебе 30 лет, ну это нормально. А когда еще тебе в себя погружаться, если не сейчас, а? Ну что, все время откладывать? И не волнуйся ты за отца своего, решит он как-нибудь свои проблемы. Давай лучше о тебе подумаем. Вот скажи, если ты можешь заставить кого-то влюбиться, может быть, у тебя получится наоборот, а? Как? Ну, я имею в виду, если нейтрализовать эту лебедь. Он ее разлюбит, она останется с Романовым, а тебе достанется Саша.
Мама, твой мозг совершенно испорчен французским кинематографом. Может быть. Сень, хорошо закрепил? Да, уже довинчиваю. А вы датчики протестировали перед тем, как устанавливать? Будь спокоен, начальник. Сань, ну там же ерунда осталась. Завтра доделаем, да? Ясно. Ну че, как твоя девушка? Какая девушка? Какая девушка? Че, не понимаешь, что ли? Ну, Ирина. А не, она вообще, она прям да. Ну, просто бриллиант. И снаружи, и изнутри. А говорил, отлетался. Есть еще женщины, способные удивить механика Гаврилова, Арсеньева. Да уж, одна нашлась, удивила. Здоров. О, ба, кого я вижу, наш ас выздоровел. Да вот подлатали, как говорится. Готов к новым подвигам. Новых не надо, старых достаточно. Иди сюда. Ой, у меня же для тебя сюрприз. Да? Так, встань здесь и закрой глаза. Здесь интересно. Да, Шуля. Сошьешь себе что-то. Да, спасибо. Красивый, правда? Спасибо тебе, мое солнышко. Но ты понимаешь, это совсем не мой цвет. Ну, нет, не видишь? Ну, ты не виновата. Просто тебя воспитывал мужчина. Так уж получилось. И неважно, художник он или не художник. Если нет женщины, то ничего хорошего получиться не может. Даш, господи, что я такое говорю? Прости меня, пожалуйста, а? Прости. Прости, зайчонок мой, прости. Ты знаешь, я все время думала, вот если бы все вернуть, я бы ни за что тебя здесь не оставила. Я бы тебя никогда здесь не бросила, честно, ты мне веришь? Ну, я такая была дура. Такая дура, я вообще ничего не соображала. Ну что мне там было? Какие-то 20 с небольшим. Я подумала, вот он, шанс как-то по-другому прожить эту жизнь. Как-то особенно, блестяще. И я думала, вот я поеду сейчас, да, чуть-чуть там хотя бы зацеплюсь и сразу тебя заберу к себе. Понимаешь? А потом пошли какие-то годы, проблемы, и, ну, ты знаешь, как это бывает, все сложно. А Романов очень хороший отец. И я подумала, что это уже мой эгоизм, и лучше тебе остаться с ним. В общем, Даша, у тебя плохая мать. Глупости. Ты такая, какая есть, и я тебя такую люблю. Спасибо. Спасибо тебе. Расскажи мне лучше, ты счастлива со своим Жаном Мари? Он лучше, чем Андрей, но хуже, чем Пьер. А вообще, я тебе хочу сказать, держи, с высоты своих прожитых лет, что, в общем, нет особенного смысла их менять. У всех свои плюсы, минусы. Так что, в общем, я иногда думаю, что мне вообще стоило остаться с Романовым. Хотя он был, конечно, самый сложный из всех, кто у меня был. А я все детство мечтала, что вы снова будете вместе. Целые дни проводила, придумывая, как вас помирить, как все склеить, починить. Я, кстати, из-за этого на психфак поступила. Вот. Угу. И с тех пор я много склеила, много починила, но не нашу семью. Дашка. Слушай, а поехали со мной в Париж? Ну, а что я там буду делать? Ну, а что ты будешь делать здесь? Я переделал систему оповещения реле топлива. Поставил два дополнительных датчика. Один подстраховочный. За 20 минут до того, как топливо будет заканчиваться, он будет подавать звуковой сигнал. Отлично. Если, конечно, ваш начальник не откажется. Конечно, не откажется. Он только сегодня спрашивал, когда второй будет готов. Давай. Говорит, счет еще не пришел. Подожди, второй готов. Если вы берете, мы пришлем счет. Ну, отлично.
Он вообще о третьем поговаривает. Хочет почту пересадить на самолеты. У нас тут такие поселки, что по две недели не доберешься ни на чем, как река разольется. Ну, отлично. Хорошие новости. Давай. Давай. Пока. Ну что, Андрюха, жизнь налаживается. Да? Такими темпами я маме новую дачу куплю. Отлично. Поедем на шашлыки. Будем жарить, парить, ну, всяко развлекаться. Летит. Я для Антонины хороший дизель надо. Вообще хорош, сам починил. Она жалуется, что у нее генератор старый. Если накроется, электричество хана. Давай сгоняем, сейчас завезем. Прямо сейчас? Ну да. Поехали. Только я первый. А еще говорят, хороший человек не профессия. Ну, да. Очень даже профессия. Да. Давай. Так, ну ты поаккуратнее со спиной. Хорошо. Ой, ребята, привет! Илья, иди скорее, к нам гости приехали. Скорей, скорей. Смотри, что привезли. Ну что, хозяйка, как обещали. Куда ставить-то? Здорово. Здорово. Да вон хоть туда. Потащили? Ну, давай. Накрывай на стол обедать. Куда ставить, покажи. Ой, аккуратнее. Ребята, осторожнее. Главное... Осторожно. Ноги берегите. Все хорошо. Берегите. Ну? Не-не-не-не. Я за рулем. Мне можно. Да на чуть, куда вы поедете? Да, у нас оставайтесь. Куда на ночь глядя ехать? Ну? Оставайтесь. Останемся. Давай. Ну, правильно. Спасибо. Ваше здоровье. За гостеприимство. А за дизель вам спасибо, мужики. За Андрюха. Ну, Дарья, от меня большой привет передавай. Скажи, что спасла меня. Прям на самом деле спасла, правда? Вот. Потом еще передавай, что беременность у меня подтвердили. Серьезно? Да, 2 месяца. Поздравляю. Да, девочка родится, Дашу назовем. Да что вы. Ага. Вот. А Дашка, она, конечно, хорошая, очень добрая. Настоящее. Ты это что сам думаешь? А чего? Я должен думать. Ну, как? Я же думала, у вас там все хорошо развивается. Да вы про что сейчас? Ну, это, конечно, дело не мое. Но... Нравишься ты ей. Очень. Вот. Ну, это тебе, конечно, самому думать. Твоя жизнь. Ой! Ну что,
Спелись, голубчики? Боже мой, Кеска все спелись, голубчики. Так. Значит, Жан, если ты будешь продолжать пить пиво, ты не влезешь в свой смокинг. А тебе, Романов, надо пересматривать свои привычки. Знаешь, если женщина от тебя уходит другому, надо не сидеть дома и пить пиво, а надо взять и вернуть ее. Может быть, если бы ты хотя бы попытался это сделать 25 лет назад, все вообще сложилось бы по-другому. Так, понятно. Но, видимо, сегодня никто не в состоянии оценить мою новую прическу. Стоило мне оставлять столько денег в салоне. Мам, я хочу поехать с вами. Правда? С нами в Париж? Дашка, ты серьезно? О, вот это я понимаю. Вот это прекрасная новость. Слушай, подожди, подвинься. Ты знаешь, ты, главное, ничего не бойся. Значит так, первое время ты поживешь у нас, а потом мы тебе снимем какую-нибудь маленькую очаровательную квартирку где-нибудь в 16-м квартале. Ой, как это здорово! Послушай, а потом ты со своей работой, да ты будешь там как сыр в масле кататься. Все мои подруги постоянно ищут массажистку. Так, что еще? Ты выучишь французский? Мам, я знаю французский. Ты сама настояла, чтобы я ходила на курсы. Слушай, это просто замечательно, Даша. Это очень правильное решение. Ты будешь парижанкой. Мы будем с тобой сидеть и пить кофе в кафе Лила. Все, это решено. Значит, завтра с утра мы с тобой отправляемся в визовый центр. Мам, у меня есть виза. Я же была полгода назад у вас. Ты забыла? Просто у меня, ты знаешь, сегодня все из головы вылетает. Но тем лучше. Так, компьютер. Где твой компьютер? Сейчас мы тебе закажем билет. А ты думаешь, билеты еще есть? Я надеюсь, что есть. Надеюсь, есть. Но в бизнес-класс-то точно есть. Куда? Куда? Париж. Париж. Алло. Ирина? Добрый день, Романов беспокоит. Да. Я звоню пригласить вас на выставку свою. В субботу. Я очень хотел бы, чтобы вы пришли. Да. Хорошо. Спасибо. Буду рад очень. Прекрасно. Прекрасно и непредсказуемо. Так, поехали. Thank you.
Я даже не говорю о цветовом решении. Но какой образ? Я тебе так скажу. Я Романова как художника давно уважаю, но сейчас он поднял планку. Вот взял и поднял. Все-таки твой отец талантливый негодяй. Ты знаешь, если бы не его чудовищный характер, я, может быть, в него опять бы влюбилась. Жан, тебе ничто не грозит. Чтобы жить с Романовым, нужно быть ангелом, да? Кстати, она похожа на ангела. Ты только посмотри на это чудо. Какой цвет? Ну да. Какой? Да вот, великолепный цвет. Как хорошо, что мы ничего до сих пор не купили. Я теперь знаю, какого цвета должны быть стены. Зеленый? Конечно. Слушай, а может вот этот колор? Нет, ну что ты, в спальню идеально тут. Согласен. Кстати, картина тоже ничего. Рассвет после заката. Какое-то странное название. Я у вас в туалете видел потрясающую плитку. Да? Надо обратить на нее внимание. Потом очень посмотрим. Подойдет нам ванна. А ты заметил название? А вот название они, по-моему, перепутали. О, нет, в этом весь смысл. Ну как вы не понимаете, а? Что-то понимать, это осталось от прошлой выставки. Ну, посудите сами, портрет девушки и название «Никогда». В этом весь смысл. Это образ невозможности. Но это же не портрет. Ну, разве вы не видите? Это неземная женщина. Посмотрите на ее губы, на ее взгляд. Это не женщина. Это художественный манифест. Мечта о несбыточности. То, чего не может быть на свете никогда. Да. Ирина. Даша. Ой, ты прости меня, что я так пропала. Я просто пыталась собраться с мыслями, чтобы сказать тебе спасибо. Несмотря ни на что, правда. Это ты прости меня. У вас все хорошо, да? Я надеюсь, что он не будет обижаться. В конце концов, у него есть чувство юмора, он все поймет. Все хорошо, он не обижается. Ты дала нам шанс. Просто он... Просто это было неправильно с самого начала. Я пыталась стать кем-то другим, кем я не являюсь. Понимаешь? Знаешь, я поняла одну вещь. Когда ты действительно нужна мужчине, ты нужна ему такая, какая ты есть. Это потрясающее чувство. Папа просил передать тебе. А его не будет? Нет, его нет. И он сказал, что это для него очень важно. Вообще, ты очень хорошо получилась здесь. Я даже не знала, что ты ему позировала. Один раз. Ну, значит, он писал по памяти. Ладно, мне пора. Да, наверное. Свет после заката. Моя жизнь только начинается. Никогда не забуду тебя.
Будь счастлива. Все это твое. Прощай. Романов всегда был склонен к красивым жестам. И не таким уж дешевым, между прочим. Да? Вы знаете, его картины стоят очень приличных денег. Мне один раз за его натюрморт предлагали 15 тысяч евро. А, извините. Я его бывшая жена. И знаете, что я вам скажу? Все это может быть слишком эксцентрично для нашей жизни. И, наверное, не каждый так захочет всю жизнь. Вот я не захотела. Но зато с ним ни одной минуты не будет скучно. Это я вам гарантирую. О, ой, вы знаете, у меня тут для вас совершенно случайно маленький подарок. Держите, держите, держите. Откройте дома. У меня легкая рука, не волнуйтесь. И еще. Он всегда мечтал бросить все и уехать на край света. И по случайности я знаю адрес этого края света. Деревня Лебедева. Дом 2. Алло? Алло. Наталья Дмитриевна! Здравствуйте. А Иван Ильич, где же? Я хотела его поздравить. Танечка, это ты? Господи, какая стала красавица. Дай себе поцелуй. Боже мой, я бы тебя ни за что в жизни не узнала. Ты смотри. А Иван Ильич уехал за вдохновением, да? Да вы что, надолго? Не знаю, может быть, навсегда. А как же Даша, она что, одна совсем останется? Так мы тоже сегодня уезжаем. Даша тебе что, ничего не сказала? Нет. О, Сань, решил все-таки насладиться искусством? Да, привет. Захотелось посмотреть на нашу царевну-лебедь. А все ушли уже. Да, опоздал. А ты чего? Таньку жду. Она же администрация. Как все закроет? Пойдем. Понятно, понятно. Слушай, Андрюха, а Даша Романова еще здесь? Была, но ушла уже. Она же улетает сегодня. Как улетает? В Париж, на ПМЖ с мамой. Таня такой горошила. Таня прям расстроилась. Что? Та еще подруга, не могла ей заранее сказать. У тебя же есть время? Проводи ее по-человечески. А когда самолет? По-моему, прямо сейчас. Очень нужно в аэропорт, быстро. Быстрее, чем за 3 часа не получится. Черт. Хорошо, едем. Плачу двойную оплату. Девушка, вы проходите? Не задерживайтесь. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. Пока. Дашуль, что случилось? Давайте ты забыл что-то? Нет, все.
Все хорошо. Точно все в порядке? Mm. Мамочка, прости. Адье, ля бель Франс. Никуда не летишь? Ну что ты на меня так смотришь? Еще скажи, что ты не ожидала. Ведь ты же про меня все знаешь. Видимо, главного не знала. Чего? Скажи сам. А ты не знаешь? Я люблю тебя. А я первая. Да. С самого начала. Вот как? Зачем же ты все так запутала? Наверное, у меня комплексы. Комплексы? У тебя комплексы? Комплексы надо лечить. А мы бы ей нашли мужчину спокойного, нормального, без вот этого вот всего. Нет, он ее не достоин. Но почему? Потому что дурак. Но если мужчина не видит, что женщина в него влюблена, значит, он дурак. Хотя, может быть, мужчине не обязательно все понимать. Наверное, это правильно. Je te comprends pas. Я не понимаю. Ну и слава богу. Главное, чтобы они были счастливы. Чин-чин? Чин-чин. А, кажется, наш рейс. Совсем устала. Ты у меня совсем не жаворонок. Пойдем. Подожди. Давай я лучше пойду домой, а то как-то неудобно. Завтра, в смысле, сегодня вечером, позже, тогда... Нет, я тебя больше никуда не отпущу. Поезжайте. Скажи еще раз. Я тебя больше никуда не отпущу. Ну что, штурман, похоже, у тебя появилась новая хозяйка. Нравится тебе? Наконец-то нашлась управа на моего оболтуса. Знаешь, я слышал, что невесту принято вносить в дом на руках. Невесту? Да, невесту. Ой, добрый Здравствуйте. День. Здравствуйте. Ой, а вы Даша Романова, да? Я вас узнала. Я вас очень прошу, помогите мне, пожалуйста.
Но у меня проблема личная. Я думаю, что только вы мне сможете помочь. Извините, я не знаю, смогу ли. Сможешь. Она сможет. Да? 151-я квартира. Заходите чуть попозже. Спасибо огромное, спасибо. Да? Ой.